Долма – это биточки из виноградных листьев с фаршем. Есть масса способов приготовления этого вкуснейшего блюда. Я расскажу, как приготовить долму в духовке. Как правило, для начинки используется говяжий или бараний фарш. В наши дни это блюдо готовят и со свиным фаршем, и из мяса птицы. Какой бы вариант вы ни выбрали, будьте уверены, вас ждет очень вкусное и сочное блюдо. Долма томится в духовке под сырно-сливочным соусом. Легкая кислинка и неотразимый аромат, устоять невозможно. Подготовьте все ингредиенты. Для соуса соедините воду, молоко, сметану и сыр. Добавьте 1-2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу. В мясной фарш добавьте оставшийся чеснок, измельченную кубиками луковицу, соль и специи по вкусу. Хорошо вымешайте. В мясной фарш добавьте оставшийся чеснок, измельченную кубиками луковицу, соль и специи по вкусу. Хорошо вымешайте. Уложите долму в форму для запекания. Залейте соусом и запекайте при температуре 180 градусов 40 минут. Долма готова. Подавайте в горячем виде. Приятного аппетита!